В актовом зале школы номер 11, похоже, собралось все поселение Горки Ленинский. И это неудивительно, ведь на повестке дня важный вопрос, станет ли Ленинский район городским округом. Несмотря на то, что многие уже хорошо проинформированы в данном вопросе, глава муниципалитета в очередной раз рассказывает о преимуществах преобразования в городской округ, отметив, что Ленинский район к этому решению пришел осознанно, изучив опыт других муниципальных образований Подмосковья, которые уже несколько лет работают в данном формате. Обсуждаемый вопрос об объединении городской округ – это вопрос, в первую очередь, связан с системой управления территорией. Не более того. Валерий Николаевич привел несколько простых примеров в пользу создания округа. Все они касаются жизнедеятельности муниципалитета и каждого его жителя в частности. Те же самые ремонты подъездов, которые мы не можем вовремя начать. Некоторые муниципалитеты, являясь городскими округами, еще с февраля месяца запустили данный проект, данную программу. Только лишь потому, что у них есть централизованный бюджет, они могут им распоряжаться. Единый бюджет позволит исправить финансовую несправедливость, подчеркнул глава муниципалитета. Если сейчас в год в Видном благоустраивается примерно 15 дворовых территорий, то в поселениях это число меньше в разы. Я считаю, что мы рачительно должны подходить к нашим деньгам, которые собираются на территории, и экономить каждую копейку. Этими словами Валерий Венцель подытожил свое выступление, после чего его место занял первый заместитель главы районной администрации Дмитрий Волков. Он ответил на вопросы, которые жители поселения Горки-Ленинский задали до начала встречи. Как повлияет образование округа на застройку многоквартирных домов? Всегда звучит такой вопрос. Хочу сразу привлечь. Он, в принципе, сыграет только в лучшую сторону единой градостроительной политики. То есть будет единый генеральный план, единые правила землепользования и застройки. На встрече многие жители поселения высказались в поддержку городского округа. Среди выступающих были уважаемые люди. Сергей Владимирович Прозоров, руководитель общественного совета поселка, который располагается на территории бывшего военного городка Петровская, высказал пожелание. Я теперь представляю сельский населенный пункт без названия. Какой у нас? Да, действительно, это правда. Ага. Сельский населенный пункт поселок есть, а название еще не придали. И в нем есть куча проблем, которые 4 года не решаются. Поэтому новому городскому округу я желаю, чтобы в новой административной структуре они решались лучше, чем они решались в старой. Валентина Фролова из деревни Петрушина, проникнувшись идеей объединения в округ, даже стихи написала. Объединимся в округ, чтобы стало выше все вокруг. Ведь единение есть сила, в единстве счастье человека. В конце мероприятия взял слово священник Дмитрий Довбыш, который также поддержал инициативу главы района и предложил после всех официальных процедур по преобразованию района в округ благословить административную команду на активную работу во благо жителей. Татьяна Брылова, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ.